Ивановские коммунисты решили, что количество машин в городской администрации значительно больше, чем необходимо. По мнению пикетирующих, автопарк не соответствует насущным потребностям мэрии. Число машин намного превышает количество замов главы администрации, а другим руководителям, по словам коммунистов, не обязательно иметь служебное авто. Министр транспорта Великобритании, ему налогоплательщики сказали: ты слишком много тратишь на свой проезд на казенную машину, пересядь-ка ты на электричку. И он пересел. Вот. Почему бы нашим чиновникам, у нас миллиард, грубо говоря, миллиардный долг, да? Почему бы не сократить, в том числе и за счет своих собственных расходов, в том числе и за счет собственного передвижения, вот, сократить расходы администрации. В свою очередь, мэрия уверяет, что машин в автопарке 34. Именно столько нужно для выполнения профессиональных обязанностей. Расходы на техническое обслуживание и горюче-смазочный материал ограничены жесткими нормативами. Увеличение автопарка не произошло. Более того, если кого-то интересует, на чем едет глава администрации, то вот автомобиль Audi 6, ему исполняется уже в августе этого года 5 лет эксплуатации. То есть новых закупок никаких не было. 34 автомобиля – это вот как раз те минимальные потребности для того, чтобы можно было в полном объеме выполнять свои служебные обязанности сотрудникам администрации. Ужать расходы чиновников на транспорт коммунисты призывают еще и потому, что с января подорожал проезд. А значит, нужно, чтобы не только простые граждане расплачивались, но и чиновники, использующие служебный транспорт, оказались в стесненных условиях. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.